Сейчас врубим активацию. Писать на кого ролить не надо? В какой чат писать? Дискорд напиши лучше, чтобы не прошло. Ну я и говорю, в Дискорде там, блядь, 5 чатов. Кулаки по ДК. Кресты бы еще неплохо разбахать лисички. Демона нету, да? Нет. Что тебе угодно? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом коллективе стоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был Гормак, процающий Биви. На свитке так меняемся. Со Снобльдами приходите в кружок. Вырубим, блядь, фаталити, наверное. Даже просто кажется, что слишком до хера народу подохло, когда у трех работает. А Снобальдом к миликам подходи, чтобы мы уешили кливы. Да-да-да, вот так. Забирай. Ну да, ротацию поставим. Я даже говорю, что у меня, ну... ДАДЭД, ДК, ноутбук зависит. Черепок, уходи, черепок по зеленым бить. Вон вар рядом с этой хуйней стоит. Пробегись по нему. Там уже кончилась хуйня у него. По всем пробежал.
кинет. Уже не видно было сразу. Забыл про нее. Дал. Бабах. Бивнем. Чудовища повержены! Я в ДД. В смысле? Блять, меня заколебала эта херня. А, да, табличка. У меня звук лаганный, короче, он прям, ебать, по ушам. Ну, отключи, вот мастер релогнись, отключи, у него будет таблички. Ебал. Почему 500 на 120 стоит? Вообще-то сотня. Здорово! Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Кровью.
ночью появится грозный демон. Каску дайте под ДК. Каска сдохну. В топ-5 я могу, конечно, дать каску, но я раздаю кулаки. Ну, дал я уже. Косты бейте, ходи. Испугался. Аркоша пламя. А, бабл. Нет. Танка не хилите, мне руки пришлось отдать ему. Это я тебе каплю дал, тогда дай. Маги диспелят как раз тебя. Эху не захиливают. Так профитнее магам, наверное, воровать стаки и бафаешь. Мебель Вилсона не попался весьма трагично и должна послужить уроком. Ну, 5 секунд, 2 мага. Нет, то сними с дацика. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет... Бля. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили зрителей демонов на воинов... Ходите к тянке, к счету нашему. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается... Че, танка? Рогом мазать тут хил. Кем могу быть полезен? В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Я дал. Не хотите честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду!
Да. Пожалуйста, крестик сроки сними, он меня пиздец раздражает. 50. Да, да, хорошо. Гриппа, ДК, звездочка. Ебаные гномы не видны. Боб на звездочке. Блять. Следующий кто? Печенька вон стоит. Все уже все. Где уж тебе? Yeah.
Давай я тебя его к стене грипну, ты его там потанчишь. Жалкая тряпка. Беги, малышка, беги! Диспел с печеньем. Что за лупа? Не, нету. Давай я поддержу кого-то. Это у вас здесь СИГ-25? Сужира. Да. Ты до этого говорил, но я вообще не был. Не был. Не, без зилки. Давай я потанкую. ДК вторая пойдет. Без гриппа тяжело, они убегают в массу. Я не вандал. Как дела? Да, в следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Что? Герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Орду! А шаман никогда где? Да, я вижу. У входа стоит. Вот шаман пришел. Зохан, ты прото бафнул? Воинам и паладинам, да? А каски тогда кто? Аркоша. Аркоша что-нибудь бафнул? Бафни каски тогда. По себе дай каску. Не фавал, по всем. Thank you.
закрыл. Танк ДК, вторая пати, я спикнулся, ты мне не сказал. Бабик, ты мне сказал. Пава сказал. Давай я лучше Вара подержу, он гриппается к стеночке, никто не ни на кого. Так, я когда кого держу? А кто это? Еще раз Зохнка выдержит, пожалуйста. Мой квадрат. Он ты мне сначала сказал, мой квадрат. Попал. Да, понял. Фир. Бар убежал, я фирит. На дороге. Вар вытянули. Рога в рейде вытаскиваю. Кто-то подошел, он на него прыгнул. Не мобы подошли, а кто-то был к Роге, он потом за ним. Демилиша. Нет, я не понял. Они подходят на рейндж этого шага сквозь стену. Он вообще у стенки. У меня нет бдилки, блядь, чтобы его вечно там он стрелял. А он так. Раз, ну, к стенке давай его. К стенке придешь, не будет прыгать. Так, о, в кольцо льда, там конус холда чуть-чуть, выживай, капли я дал. Беги, малышка, беги. Чё кто не знает, здесь милики агрятся на тех, у кого меньше всего брони, поэтому ДК и... ДК, роги, да, конты, они... Пак, а чё ты вообще делал с этой зала, блядь? Ну, он подошёл к лога, блядь.
Ты стыди, спрейте, от ДК хуйня висит на рейде постоянно. От роги, яда. Черри. Рейд фи... Бабланул, диспельте, присты, диспельте с Виланы, блять, бабл. Ну, отлично. Цель. Луна. Том Печенко, ШП. Цель. Типа Ченко вывихать. Ченко, потом звезда. Звезду. Забыл, когда у него была. Протопал второй по рассеиванию, нормально. Хилы. Как себя чувствуете, блядь? По 74 рассеиваю, у меня 14 у танка. Что остальные делают, непонятно. Потому что второй. Я никак не могу быть первым. Тупо стоять, диспелить, да, этот будет. Пустая и горькая победа. Стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Бое. Бое. 7500 или сколько там плачет? 12 стоит. Добрый день. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам... Это плащ? Две могучие воительницы. Серьезно? 20 я бы не купил. Стою 5! Вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Тотемы уберите, блядь! Тотемы!
Стоп, а погоди, кто танчит эту черную? Ой, блядь, квадрат. Понял, принял. Дальву, да? Кому? Сейчас я... А у одного танк? У одного танк? У меня просто череп уже таким цветом, как будто я его сорву. Ебать! Где выбор нахуй? Сука. А Маун как ролится? Ты еще сомневаешься в могуществе Орды? Да пиздец. Мы примем любой вызов. Он ролом? Нет, это рога Дацик. Трэш трончил только, а муба нет ничего. Короче, по очереди заводим его под босса, да? Трэш. Понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки пледи. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща.
Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я покажу тебе заслуженную смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Я там минуту говорю. Слушай, я флоту тогда и жуков плавлю, я уже тут делал так. С меня жука не принесет. Шаманка, быстрее. Это место станет вашей могилой. Мужику РДД. Минус один. Что случилось-то? Ну не ролит, значит. Да. Дайте сальву на Таджира? Да. Отдал. No.
Нет, сэр. А это в одном месте по 4 лучше. Не-не-не, там без разницы. Они так стоят, что взрываются сразу. То есть шип был внутри 4. Не, вот здесь, в одном месте, суть в том, что, видишь, они взрывают. Нет, в том моменте нельзя. Ой, спасение пришло. Один зарылся. Накормит хозяина. Я покаяние дам. Дал. Вешать дот на него. Угу. Обновил уже. Печатку успевает. Я подвел тебя, господин. Маунт упал. Да, у меня есть уже такой. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Давайте. Кольцо бое. Плащ кольцо. Кольцо на данном короле будет? Пускай. Кольцо бое. Бое Анро. Восемь, 13.
Спасибо за рейд. Смотри, кто обмен кидает, это умники есть разные. Это от Алисы плащ. На танка у нас много, да, кто ролит? Лоха на ДД разве роли? Да, я писал. Глянь, в Дискорде. Если надо, отдам. Ну, мы в одной гильдии отдай ему. Там разберемся.
всех гадств. Хочешь, что только, Ильичка. Кольцо очень хочу.